зізнатися у тому, що відбувається на контрольованій території примирення та єдності. Сергій Сівохов, будь ласка. Моє посвідчення, в 14-му році я його отримав. Так. Останні 5,5 років називаєте Росію ворогом. Ви не говорите, що на нас напала Росія. Ми хочемо, щоб всі пам'ятали, кожна війна закінчується миром. Мир начинается с переговоров. Война в Украине тоже завершится. Вопрос только в сроках. И от нас с вами зависит, будут ли эти сроки затянуты или ускорены. Донбасс – это Украина. Парни, ну что вы делаете? Вы звери вообще какие-то. Да, у меня травма ноги, ребята. Не нравится вам. Мой дом остался в Донецке. Я прочитал в Фейсбуке о том, что будет презентоваться платформа примирения. Я пришел послушать. И услышал, как Сергей Сивохов, его люди говорили такие тезы, что это внутренний конфликт, гибридная война, надо мириться, просить какие-то прощения. И меня это возмутило.